Всем привет, играем в Far Cry 5. Смотреть в оба. Их легко. Кстати, первый раз играю. Так. Да ну успокойтесь. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Шериф, дело плохо. Все в порядке. Шериф, спасай нас. В полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо. Странный чувак. Ладно, идем дальше. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Это с дробовиком. Ну ты крутой чувак. Ладно. Осталось считанные метры. Так, это походу церковь. Чё дальше? Да открывай, не бойся. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери, прикрой нас. Сюда никто не должен войти. Да, графика, конечно, хорошая. И да, ну, не наделай там глупостей. Каких глупостей? Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Ну давай, открывай уже. Все хорошо. Точно? Опа, а я думал, что тут никого нету. Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Кто? Чтобы забрать все. Забрать оружие. Кто придет? Забрать свободу. Еще никто не пришел. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну, еще рано. Маша. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Спокойно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению. Пошли, чувак, у нас ордер. Причинение вреда. Живо, выйдите вперед и держите руки перед собой. Давай, давай, руки. Нет. Перед собой. Да, вот так, да. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно, оружие сейчас ни к чему. Вы? Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Чему? Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Вот. Конь бледный. И ад следовал за ним. Салага, давай в наручники его. Чё, я что ли? Бог защитит меня. Ты мне говоришь? Салага, браслет на него. Нажмите Enter. Ну давай. Если надо, значит надо. Иногда разумнее всего просто уйти. Ну что, идем дальше? Ну пошли, конечно, о чем? О, это что, моя рука, что ли? Налево, направо. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед. Пошли, пошли, давай. Мы не позволим. Конечно, не позволим. Давай идти быстрее. Отец, назад. Что ты делаешь? Не надо.
Отпусти его! Не уходи! Саладо, идем! Я федеральный маршал, и я приказываю вам отойти! Убери оружие! Сейчас же отпусти его! Оружие! Ну! Вертолет его! Все назад! Опа! Давай, поехали. Полетели, вернее. Ой. Ничего себе, я такого не ожидал. Взлетай. Чувак. Ой-ой-ой, что случилось? Походу не получилось взлететь. Far Cry 5. Все в порядке, конечно, все в порядке. Вроде бы. А не. Наверное, не все в порядке, так как вертолет вверх ногами. Что нужно делать? Да, давай. Достань эти наушники. Чувак, ты что, поешь что ли? Ты что там напеваешь, а? Чувак. Я же сказал, возьми телефон. Даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Ну давай, вылази. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс. Так, а что ж делать, а? Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Да ты что? Они... Какой ты грозный. Нужно валить отсюда. Нужно валить отсюда. Не трогайте. Нужно выбираться. Опа. Такого никто не ожидал. Давай. Enter. Выбраться. Бегим, бегим. Куда бежать? Ай. Надо где-то спрятаться. Так, куда, куда? Давай! Подальше в лес. Че, вроде убежал. Или не? За оленем. Так, незаметно подберитесь к противнику и нажмите F. Ну, попробуем. Где он?
А как же незаметно побраться? А, присесть. Сейчас, как нажму F. Так ему мало не покажется. Где он? Ой. Чё все? Бери ломаку. Да бери уже. Не могу что-то взять. О, а, надо было держать Е. Где? Что взять? Берем. Все берем. Где противник-то, а? А вон он. Давай сзади, сейчас мы его как дадим. Ой. Все забираем, все. О, ничего себе, у меня теперь пистолет. Я теперь крутой. Есть кто-то? Никого нету. Это просто ящик. Чё? А как сменить оружие? Ладно, давай. Куда дальше идти, чувак? Там что-то горит, пойдем посмотрим. Может, что помочь надо? Потушить огонь. Получай. Ай! Вот это я не ожидал. Берем все, все берем. Откуда? Ты че? Получай, блин. Ай, бегим куда-нибудь. Так, здоровье. О, раны сами заживают. Ничего себе, это что такое? Что за забор? Правильно, это не те люди. Так. Отец велел начать жатву. Допроси их и отправь Каэану. Так, 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 как же оружие поменять, а? Пистолет. О! Блин, а как тут обойти это все? Забор этот или перелезть? Побежали. Че, реально перелезть или нет? Да что-то не, нельзя. А, мне надо вот туда идти. Давай. Газку. Что тут еще есть? Мне надо идти сюда. Вон, чувак, надо присесть и незаметно подкрасться. Тихонько, тихонько. Все еще впереди. Ну конечно, конечно впереди. Получай. Где он? Оружие надо забрать. А куда его тащу? Ну давай под дерево вот сюда положим его, чтобы он не мешал нам тут бегать по лесу. Где он? Ничего не видно, темно. Так. Куда нам дальше идти? Туда, да? Побежали. Бегай туда-сюда. Вороны, блин. А,
Ты кто такой? О, боже мой! Ты... Прости! Думал, тебя схватили! Ага, я тебя пошли. Знаю! Пошли! По-моему, ты из наших, чувак! Давай! Ну давай, пошли! Проверь тут все! Бери ты и проверяй! Какой хитрый! Чё там? Чё там? О боже! Чё? Ничего себе! Твари! Кто? Мы посадим всю эту семейку. Думаешь? Всю семью. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но надеюсь. Нужно оружие. Самое лучшее. О. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней. Ну. На северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. Да? А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Опа. Так. Тихо. Чувак, не стой. Чё там? Кто? Где? Я никого не вижу. Чё себе, вот это пулемет. Опа. Вот это да. Вот это пулеметик, конечно. Ты куда вылез, блин? Там еще один спрятался. Хочет убежать, мы ему не дадим. Ты чё? Как отсюда выйти? Откуда? Оружие дай. Заводи. Поехали. Где? Молодец. Ты как там? Молодчина. Без тебя я бы сдох. Мы вернемся. Но надо быть осторожней. Не знаю, кому и верить. Ой! Олень. О нет. О нет. Дороги перекрыли. Да давай быстрее. Господи, нам не объехать. Думаешь? Куда ты поехал? Сзади еще. Еще сзади. Где? Живо. Да там их целая куча, блин. Перезарядка. Справа, слева. Опа. Ну же, действуй! Это что, блин, самолет? У них еще и самолеты есть. Ай, ничего себе! Так быстро оружие заканчивается, а? То есть не оружие, а патроны. Я не успеваю. Где? Где? Корова! Корову сбили. Ё-моё. Откуда?
я вижу, что впереди, блин. Патроны заканчиваются очень быстро. Ой-ой. Ты чё? Упали в реку. Чувак, давай вылазить. Я не планировал купаться. Ты куда? А я? А, я вроде тоже. Давай, давай, плыви, плыви. Опа, нас уже ищут, чувак. Это наши или нет? Вроде бы наши. Дети мои, возблагодарите Бога. Возблагодарите день, который я предвидел. День, который я предвидел. Однако все, что я предсказывал, сбылось. Вместе. Так, что делать? Какой-то смокинг-мен. Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Ты что делаешь, а? Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. Так, давай уже думать. Не хочешь? Не хочет думать. Ну ладно. Так, куда? И чё? Чё делать? Подтвердить. Так, прическа. Помощи ждать неоткуда. Забери пушку из сейфа и зачисти остров, если хочешь спасти своих друзей. Так, куда дальше? Какой яркий свет! Могу, конечно, помогу. Так, на юг. На юг. О, придется плыть, чувак. Так, нажмите Z, чтобы достать бинокль. И чё? Да, это такой бинокль. Я и без него лучше вижу. Так, а где юг? А вот юг. Чё тут ничего нету? Какая прозрачная вода. Поплыли, чувак. Привет, помощник. Не пытайся покинуть остров. В это время года туман очень густой. Ничего хорошего из этого не выйдет. Подожди, пока он рассеется. Да нету времени ждать. Ты ж сам сказал, на юг. Вот я и на юг плыву. Задание провалено?
все заново. Так, побежали. Только время тратим. Че, надо его? Получай. Ай! Получай. Получай. Взять. Что там еще что-то? Обыскать. Конечно, обыскать. Я же ни в чем не виноват. Только, да, ты не обязан быть героем, но, пожалуйста. Олень. Эй, ты! Помоги мне! Конечно, помогу я тебе. Я думал, мне конец. Спасибо. Да не за что, чувак. Фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть. Не надо, не стреляй! Я шучу, чувак. Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Так, да? Затонувшее сокровище. Так, где они? Ага, вот сюда надо идти. Надо сгонять на озеро. 50 метров. Где сокровище? Читать. А, читать. Читай. Привет, Майк. Привет. Так, не хочу я читать. Слушай, да ты сорвал джекпот. Да ты что? Нужно выключить питание. Выключаем. Ну и что дальше? Ладно, непонятно. А тут что? Все берем, все, что надо, все берем. Быстрее! Успел. Так. Куда дальше? Вот туда. Опа! Ага, не понимаю чего. Ты чё? Сюда. Надеюсь, мы возьмем тебя живьем. Ай-яй-яй, оружие надо, а его нету. Не провоцируй меня, умри. Готов. Чувак, ты перепутал. Так, задание выполнено.
На этом, наверное, закончим наше прохождение сегодняшнее Far Cry 5. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будет интересно.